Самый важный. После этого уже идет все как, ну, прогресс быстро начинает идти. И тут самое важное, я считаю, что нужно поддерживать интерес ребенка к музыке. Для этого я общаюсь всегда с детьми и репертуар подбираем исключительно из того, что нравится ребенку. Не, ну, знаю, какие сейчас дети песни слушают, если мне ребенок принесет песню, конечно, какую-то с всякими ненормативными лексиками, я ему, конечно, скажу, что лучше что-то другое будем петь, давай. Но важно, чтобы сохранялся интерес. Что, простите? О, да, вот это я и нужен. Хороший пример. И основная проблема у детей во время занятия – это потеря концентрации. Чтобы концентрация сохранялась, это, соответственно, интересно должно быть ребенку. Во многих местах, куда нужно привести ребенка, с ним будут заниматься классическим вокалом, академическим, ну, по старой школе вот это. Это я сам по себе помню, это, ну, неинтересно вообще, потому что нужно… Но время, сейчас современная музыка совсем иная, и уже неинтересно современному поколению старые песни, там, классические оперы и так далее. Поэтому важно, чтобы ребенку было интересно, ведь еще прогресс идет только в тех вещах, которые интересны человеку вообще, ну, самый лучший прогресс. Так что подход абсолютно индивидуальный к каждому. И в вокале важен тембр. Ну, то есть индивидуальность, чтобы узнаваем мы человека вообще. В первую очередь работаем, развиваем индивидуальные какие-то вещи, а не наоборот их погрешаем, как во многих школах будут там правильно вот так, там в общем, я считаю, что нужно иногда отклоняться от вот этих норм, чтобы ребенку было интересно. Вот могу рассказать историю о себе, о том, как я начал петь. И это произошло относительно недавно. Я вот до 20 лет стеснялся петь. И в музыкальной школе я пытался начать петь. Но из-за того, что там, ну, программа вот эта классическая, более академическая, мне было неинтересно, и плюс стеснение, я просто убегал от занятий и отказывался петь. И потом в университете я все-таки решил уже на эстрадном вокале начать петь. И мне понравилось, потому что, ну, я могу петь то, что мне нравится, то, что я слушаю. Это, ну, есть мотивация над этим работать, интересно, круто. Вот этот момент для меня, считаю, самый важный, наверное, привить интерес к этому, чтобы, ну, было интересно. Я даже, ну, это так, секретная информация, магистерскую работу курсовую свою хотел написать по поводу неактуальности образования
потому что ну, время идет, и музыка меняется, а образование остается старым, да. Но у меня моя руководитель научный по кураторской сказал, что не стоит этого делать, потому что меня завалят из-за этого. Но я там другую тему выбрал. Ну, в общем, интересно, что было. Какую музыку ты слушаешь? Разную. Ну, например. Не нравится? Любишь именно рок? Ну хорошо. Рок? Хорошая музыка. Магистратуру по эстрадному вокалу. Как
Мамыкина Елена Адольфовна. Вы знакомы? А откуда? Как ты? Ну, директор не попробовать позаниматься. Да? И как? Ну, как бы... Говорите как есть, мы с ней не поддерживаем. Ну, хорошая методика, но она сама не очень. Ну, она... Мое мнение, что человек, который должен учить, да, он должен сам хорошо ответить. Ну, мое личное. Ну, это, кстати, я могу не согласиться с этим. Не обязательно хороший спортсмен или певец-музыкант может быть хорошим тренером и наоборот. Это... Спорт немножко другой. Ну, да, согласен. Умение показать? Не-не-не, ну, да. Ну, она хороший педагог для взрослых, которые... уже что-то умеют, и она хорошо может направить на моменты, куда стоит обратить внимание, но для детей, я не знаю, опять же, как она с детьми работает. Кто-то лучше работает с детьми, кто-то с взрослыми, это все такие моменты. Ну, со всеми педагогами, что я не занимался, везде, одна вот эта проблема, которая важная, самое что, это они навязывают как бы свои песни, они дают петь песни какие-то, вот, ну, будешь петь эту песню, все, поешь, или там заниматься. От этого пропадает интерес. С детьми, по крайней мере, точно так нельзя. Больше. То, что дети хотят петь, это не всегда же полезно или нужно. Не, конечно. Конечно, не всегда, но начальный этап, по крайней мере, я считаю, должен быть такой, чтобы человеку было это максимально интересно. Как это можно сделать, чтобы это было интересно только путем такого? Ну, музыки. Музыки в кайф, вот так вот, скажем. Я вообще не ломан, я слушаю абсолютно разные жанры, ну, кроме там каких-то самых там таких, там где крики, шум, металл там всякий, вот эти, я не могу, но я не думаю, что кто-то тут захочет металл. А вот методика, еще один вопрос, например, играть и петь, да, вот научиться сразу, да, вот, допустим, играть и петь. Да, но сначала нужно научиться отдельно этому. Ну, без проблем. Мы вообще, у нас в проекте в дальнейшем мы хотим создать группы, совмещать, то есть там будет Рома гитариста подготавливать предварительно с определенной песней. Я буду подготавливать вокалиста, пианиста. У нас есть еще замечательный учитель барабана. И будет работать группой вместе. И аккомпанемент, это, в принципе, тут ничего такого особенно тяжелого нет. Это как раз интересно самому себе играть и петь. И это то, да, чему я буду учить, это когда играешь и понимаешь, что ты поешь, то есть, ну, знаешь, какие ноты и так далее, все эти моменты, ты гораздо более осознанно как бы это делаешь, ну, понимаешь полностью структуру вообще песни и так далее. Это обязательно нужно вокалисту, я считаю, уметь играть и подыгрывать себя на каком-то инструменте. Так что да, я буду этому обучать. Какие у меня сейчас здесь? Пока понедельник и пятница, но планирую еще в дальнейшем, в зависимости от загруженности, еще какие-то дни добавить. Пока два раза для начала, потому что больше будет перебор. А потом можно будет и третье занятие поставить где-то и так далее. Да? Что?
ты, что ты уже играешь? Что на основном сложно? Играет еще. Да? Но петь ты еще не пробовал, да, сам себе играю. Петь пробовал. Вместе и подыгрывай себе? А? И подыгрывай себе? На гитаре и поешь? Мы с учителем играем, что он играет, поем. А, ничего себе. Ты талантливый парнишка. Очень, очень даже. Ариан. Петь будем? Будем. А танцевать? А как же чё-чё-чё? Это когда танцы. Научишь меня танцевать? Нет. Чё, какие-то вопросы можешь быть? Есть всё понятно. Если кто-то ещё спит, ну там, чтобы кого-то ещё там, ну... Еще кого-то спеть. Было бы интересно, какой-то. Я вообще планирую сделать открытый урок, ну, попозже. Сегодня открытый? Ну, сегодня это больше знакомство, потому что у меня сейчас здесь два ученика, вот еще Ариана. Но Ариана вообще у нас пока что стесняшка. Так что еще работаем над этим. И остальные тоже нужно, ну, время какое-то. Им даже они стесняются даже при мне. Так. Еще не готовы, в общем, к этому уроку. Ну, где-то, может, через пару недель. Ну, это интересно было бы, да, вот, какую вы методику вообще берете за основу там, ну, может, немножко. Ну, давайте вам расскажу вкратце, что сейчас. Начало урока мы, ну, естественно, общаемся, знакомимся, чтобы ребенок мне мог как бы доверять, там, потому что чтобы петь перед человеком, ему нужно доверять. Потом мы начинаем работать над дыханием. Это самое первое. Дыхание, опора, диафрагма. Это то, что как и в академическом, в любом вообще, в любом, с этого начинают вот, всегда. Потом уже, конечно, спустя какое-то время, когда ребенок начнет уже правильно дышать, не бояться дать звук, не стесняться, мы уже будем работать над постановкой голоса, над правильным напором звука, посылом в резонаторы, при этом всем следить, чтобы правильно дышал ребенок. Это да, даже вот эти вот уже начальные этапы займет тоже какое-то время немало. И в процессе вот этого всего мы будем разучивать песни, которые нравятся ребенку, и акцентировать внимание на вот этих начальных этапах, техниках, то, что я сказал, в песне. Будем следить и остановочку голоса делать. У каждого просто еще разные ошибки будут всплывать. И, я не могу так как бы сказать конкретно, как я буду работать обобщенно. Вот это вот то, что я сейчас назвал, стартовое, это со всеми будет. А дальше уже индивидуально. Кто-то будет все время дыхание неправильно делать, кто-то там резонаторы неправильно направляет и так далее. Ну, знаете, вот мой вывод, вот мы как бы столкнулись, да, вот с, ну, там, по этой теме уже немножко. Mm-hmm. Многие, у нас очень плохая школа здесь вообще, вот этого эстрадного вокала очень плохая, на нижайшем уровне просто, даже сравнительно с Киевом, вот, и многие, там даже такие известные, там, на конкурсах, там, где-то наши преподаватели, они используют свой академический опыт, и они дают, допустим, академические распевки, ну, оба там это по академическому выставляют ребенка, а потом говорят, по эстрадной песне, они начинают, ну, вот эти вот, знаете, это вообще, выглядит ужасно просто все. Это... При этом они еще себя там, ну ничего, что-то там, не знаю, ну как бы вот, не хочется отрафить такой же сколько. Я вас понял, нет, я как раз противник тоже, противник. Я сам проходил эту школу, но мне это было неинтересно, я никогда это не любил, я приходил на занятия по академическому вокалу без какого-либо энтузиазма, интереса,
Я просто, ну, согласна, просто они используют, они не знают другого и учат так, да, как да, учат, да, понимаете? Так, по-другому они не умеют. Да, я вот считаю, что это тоже, это неправильно навязывать свою линию, вот эту, когда ты преподаватель, ну это же кому-то интересно будет, а кому-то нет. И нужно как-то более наоборот стараться понять, что человек хочет, знает, какая цель. Он использует других там каких-то методик, да, и он использует то, что он уже знает, и при этом говорит, что он учитель эстрадного вокала. Вообще эстрадный вокал настолько сильно отличается от академического, что из академических вот этих знаний в эстрадном может пригодиться только дыхание, опора и, ну, там чуть-чуть вот эти техники, зевок, там, резонаторы, но и то это уже под сомнением, потому что тут микрофон. Тут все наоборот должно выводиться вперед, на зубы, ну, грубо говоря, микрофон, звук. И совсем другие техники, все совсем по-другому. И вообще я пришел к тому, что в эстрадном вокале нету каких-либо таких рамок жестких, как в академическом. Нету понятия неправильно, в принципе. То есть преподаватель академического вокала, там, ну, позволишь себе какое-то чуть-чуть отклонение туда-туда, он говорит неправильно, вот так нельзя и так далее. В эстрадном вокале все на ощущения поется по-разному. У каждого разный аппарат, как бы, и по-разному чувствует каждый человек. И это все надо учитывать. Это вот еще особенность. Самое важное, я понял, это тембр, узнаваемость. То есть вот человек, чтобы когда он пел, чтобы можно было, несмотря на него, вот там, ну, взять известных даже исполнителей каких-то там наших, всякие там Киркоров, Алла Пугачева и так далее. Я, конечно, не фанат этой музыки, но эти люди добились успеха, потому что у них особенный голос. Вот этот голос можно услышать и точно знать, кто это поет. Ну, да, есть пародисты, конечно, которые способны там делать такие же голоса. Ну так вот, в академическом вокале всех учат петь одинаково, как попугайчика, вот как птичку, одинаковый голос, одинаковый. Вот я всегда, когда не слышу девочки, академистки поют, или мальчики, можно повернуться спиной и не понять, кто из них поет. У всех почти одинаковый звук выходит. Вот этого добиваются преподаватели все время академические. Это вообще неправильно, я считаю. Нужно наоборот подчеркивать индивидуальность. И, ну, в общем, в эстрадном вокале правил таких нет. И все абсолютно хаотично, если можно так сказать. Можно петь песню один раз вот так, другой раз по-другому, третий раз еще как-то, как, ну, на ощущениях, на чувствах. Так что вот я вот так как бы считаю по этому поводу.